Всем огромный привет, рада всех приветствовать у меня на канале. Сегодня будут крутейшие новинки с Marketplace Wildberries, товары для дома, которые действительно нужны в применении. Какие-то товары сезонные, без которых не обойтись, нашла по выгодным ценам на Wildberries. Поделюсь с вами ссылками, оставлю их в описании в первом прикрепленном сообщении. От вас жду, как всегда, поддержки в виде лайка. Поддержите меня. Пишите свой добрый комментарий, может быть, дадите какой-нибудь совет, что можно еще выгодное и классное купить по тематике товаров для дома. Все ссылки на свои социальные сети, на Дзен, на Рутуб, на ВК-видео я оставлю в описании. Также на Телеграм-канал будет ссылочка в описании, заходите. Ну а мы давайте будем смотреть. Кстати, все цены я буду оглашать и прописывать. Все, начинаем. Начну я с товара, который мне посоветовали мои любимые зрители. Сейчас у нас сезон будет заготовок и, в частности, заготовка капусты. И я за 618 рублей купила вот такую вот капусторезку «Молния». Сейчас на данные товары цены начинают расти. У этого продавца, у которого я приобретала, уже эта капусторезка стоит 800 с чем-то рублей. А вообще у других уже и до 2000 доходит, поэтому если вы хотели купить, то приобретайте сейчас. Специально не убирала, хотела показать, как продавец заморочился и все очень хорошо запаковал и внутри пупырка, и снаружи пупырка, и за что ему огромное спасибо. Давно я хотела купить такой агрегат, порадовала, что внутри идет инструкция, можно спокойно просто разобраться. К сожалению, она не на русском, но за английский тоже огромное спасибо. Полная комплектация, даже есть вот такие вот ножки, чтобы не скользила капусторезка, и еще два запасных лезвия. Я буквально чуть ими не порезалась. Данный агрегат я, конечно, протестирую. Написано, что именно эта капусторезка, она за одну минуту изрезает 1 килограмм капусты. Не знаю, так ли это, но надеюсь, что она действительно такая вот прям продуктивная. Очень-очень рада этой покупке, рада, что урвала по такой бюджетной цене. Ссылку оставлю в описании. Если успеете, хватайте. Еще одна моя крутейшая, просто выгодная находка для дома – это лампа беспроводная. Мне кажется, это супер просто лампа для тех, кто любит экономить электроэнергию и кто любит постоянно, чтобы был включен свет. Стоила она 399 рублей. В комплектации идет сама лампа, зарядный кабель. Я еще им не пользовалась. Вот такое вот магнитное устройство. Это чтобы можно было лампу подвешивать. И также есть двухсторонний скотч, на который это все будет крепиться. Принцип действия очень прост, ее нужно зарядить, но я ее не заряжала еще, она и так у меня заряженная, нужно включить, и далее уже настраиваются режимы, можно такой вот белый свет, вот такой вот желтый, и выключение. А, еще есть смешанный, желтый и белый, и четвертое раз это уже включение. По такой вот хорошей цене я купила классную функциональную вещь. Буду с огромным просто удовольствием ею пользоваться. Мне нравится, что действительно вещь будет у меня в каждодневном применении. Также хочу показать вам несколько находок для дома, для кухни из категории продукты, которые действительно выгодно и безопаснее приобретать на Wildberries. Купила я набор гречка зеленая, была запакована в обычный вот такой вот пакет для каш и проращивания. Срок очень хороший. Один пакет уже полностью израсходован. Мне хотелось вам сказать, как она по вкусу. Стоила 252 рубля за 2 килограмма. Это хорошая цена. И сейчас на нее цены пониже, по-моему, 238 рублей. Поэтому, кто хотел попробовать зеленую алтайскую гречку, то приобретайте. Очень вкусная, нежная, такая вот прям пикантная. Она отличается от обычной классической гречки тем, что это тот продукт, который, мне кажется, понравится и детям, и привередливым по вкусу взрослым, мужчинам понравится,
потрясающая, просто классная гречка. Мне кажется, что это именно такой сорт зеленой гречки. Кто знает, напишите. Кто-то мне сказал, что, возможно, это недозрелая, но нет. Здесь указано, что сорт гречки высший сорт. Ну и сорт, наверное, зеленой именно гречки. Она такая вот прям зеленоватая, очень действительно вкусная. Рекомендую. Также я стараюсь ловить хорошую стоимость на гречку быстрого приготовления. За 120 рублей я купила набор. Да, я употребляю и быстрого приготовления. Хотела показать, как все очень-очень хорошо запаковано. Помимо пакета, здесь продавец еще запаковывает вот в такой вот картон. Никакую другую гречку я не признаю, лишь только гречку от Ясносолнышко. Она очень хорошо заваривается, она очень вкусная. В этот раз я взяла, по-моему, повтор. Такую я уже приобретала с морковью и луком, с грибами, жареным луком, с паприкой, томатом и зеленым луком. Кстати, еще одну гречку я приобретала с молоком. Она была без всяких там овощей, неплохая. Но я все-таки буду приобретать в дальнейшем вот этот вот набор. Он мне больше понравился. 6 штук, каждый получается пакетик по 20 рублей. Это хорошая цена, тоже могу рекомендовать. Пользы море и быстрый перекус, и насыщение, и очень-очень качественный товар. И решила в этом обзоре показать вам еще несколько таких вот крутейших просто новинок из категории продукты. Многие меня просили, чтобы я показывала что-то очень-очень вкусное, полезное, но чтобы это было качественное. Это у меня уже повторные покупки. Я даже уже эти наборы подарила своим знакомым, бабушке отсылала. Это у меня варенье. Я ранее показывала в каком-то из обзоров, что я заказывала варенье из грецких орехов производства Армении. И я решила у этого продавца посмотреть еще товары и заказала, конечно, варенье из кизила и варенье из лепестков роз. Благополучно их уже мы употребили, и я заказала несколько штук, как я ранее сказала, что я уже раздарила. Это же у меня новые наборчики пришли. Я хотела показать вам, как все приходит хорошо запаковано, ничего не повредилось, качество вот просто безупречное. Кстати, вот такую вот открывалку я как-то показывала в том году в обзорах за копейки, и мне писали, что она у вас скоро сломается. Целый год пользуюсь, ничего не сломалось, она выпускает воздух, и банки начинают легко открываться. Варенье налито под завязку. Варенье из лепестков роз стоило 241 рубль, здесь 300 граммов, а из кизила 234 рубля, но тоже все под завязку. Очень вкусное, безупречно, просто такое вот по сладости варенье. Все, конечно, сделано на высшем уровне. Это такое вот лакомство, его много не съешь, но им можно удивить гостей. Нежный очень вкус, очень такой натуральный, классный аромат. Это вот прям реальные находки. Если вы хотите пойти в гости, закажите это варенье от этого производителя, вы точно не прогадаете. Далее хочу вам показать еще одну свою крутейшую просто находку с Wildberries, мега полезную. Пришла она очень хорошо запакована. Дополнительно, помимо этой коробки, была еще одна коробка. Все было запаковано и замотано вот такой вот бечевкой. Было много-много пупырки. Специально решила вам показать, сколько ее здесь много. И в итоге, когда я добралась до самого товара, то я была удивлена тем, как он просто работает. На момент покупки товар стоил 1402 рубля. Пришел запакованный в такой вот какой-то красивой деревянной шкатулке в стиле ретро. Это смотрелось все очень классно. Я искала на подарок мужу. У мужа было на прошлой неделе день рождения. И мне нужен был какой-то рабочий такой вот набор. Я купила с углем, 100% органика. В набор входило 3 предмета. Гель для душа с дозатором, с помпой такой вот удобной. Шампунь такой же и еще мыло. Мыло твердое мы еще не тестировали, но уже шампунь и гель муж протестировал, ему очень сильно понравилось. Без СЛС, без СЛС, с парфюмерной такой вот дорогой отдушкой молекулярного звучания. Ну, все просто на высоте. Этот набор мы еще рассматривали с тем условием, чтобы он шел
против выпадения волос, для лечения различных проблем, чтобы он подходил на каждый день, и мы не прогадали, купили шампунь, на первый взгляд кажется каким-то таким вот жидковатым вместе с гелем, но на самом деле его нужно буквально капельку, чтобы он активировался и начал действовать. Классное просто средство, вот такой вот капельки хватает, чтобы принять там душ, и вот такой вот капли, чтобы помыть голову. Безумно понравился набор, он подойдет не только мужчинам, также зашел и мне, и ребенку, будем пользоваться, скорее всего, после того, как у меня эти продукты закончатся, я решусь на повторную покупку, потому что, ну, качество просто поразило. Далее хочу вам показать покупку, которую я купила для мамы. Искала для нее специализированную обувь, потому что ей не каждая подходит. Купила такие вот демисезонные ботинки за 1910 рублей. Взяла из эко-кожи. Данные ботинки я взяла в размере 40-м. Но они маломерят где-то на размер, поэтому на 38,5 они подошли идеально. Почему я искала специализированную обувь? Потому что именно данный продавец, почитав по отзывам, специализируется на такой обуви, у кого диабетическая стопа, артрит, варикозное расширение ног и кто ищет обувь больших размеров. Обувь действительно очень понравилась, она комфортная, она удобная, у нее такой вот прям высокий подъем, хорошая подошва, однозначно не будет скользить, когда выпадет первый снежок. Простенькая, но очень удобная и хорошая, поэтому данной модели мы остались довольны. Мама оценила, сказала, что прям прекрасная обувь. Могу вам порекомендовать, ссылку оставлю в описании. Заходите, смотрите, приобретайте, потому что скоро будет уже сезон, цены подымутся, и эта обувь будет стоить в разы дороже, поэтому сейчас пришло самое время приобретать демисезонную обувь. И если говорить про сезонные товары, что сейчас выгодно покупать для дома, то я могу вам дать просто отличную рекомендацию. Если вы любите справлять Новый год, либо какие-то праздники, день рождения, пойдете на 1 сентября к своему ребенку, то купите обязательно гирлянду росу по выгодной цене на Валберес. Я купила несколько штук, взяла белый свет и желтый. Желтый стоили по 57 рублей, а белый уже стоил 66 рублей. Та и та, конечно, очень красивые. Все это смотрится красиво, когда она распутана. По 3 метра. Это хорошая цена. Зимой я такие гирлянды приобретала по 200, а какие-то даже по 250 рублей. Поэтому сейчас пришло время, чтобы приобретать гирлянды. Не смейтесь, прислушайтесь и приобретайте. Ссылка будет в описании. И еще нашла я одного продавца, у которого можно купить набором. Набор стоил 194 рубля. Я сейчас глянула, стоит 188. Здесь 3 штуки. Они идут разноцветные, все пришло тоже хорошо запакованное вот в такой вот zip-пакет, и эти гирлянды приобретать еще выгоднее, потому что они идут по целых 5 метров. Я пыталась здесь их как-то включать, но они, видимо, идут с заглушкой и не включаются, поэтому сейчас мы вместе с вами посмотрим, как они вообще работают. Да, посмотрите, какая красота. Эти гирлянды, они разноцветные. Здесь зеленые, розовые, желтые и синие огоньки. Наверное, я еще таких подкуплю. Режимы, посмотрите, меняются. Поэтому это сейчас прям стоит приобретать, потому что праздники не за горами, и потом уже цены, конечно же, вырастут. Еще хочу вам показать товары, которые можно приобретать для дома, чтобы интерьер казался очень таким милым и красивым. Также можно эти товары приобретать на подарки. Я уже ранее показывала, что я приобретала ночник с розами. Он вот такой вот зеркальный. Я его показывала в сложенном виде, но я обещала вам показать, что я буду заказывать такие ночники. И специально показываю, как это все выглядит в коробке, чтобы вы смогли увидеть, как это все компактно. Его, конечно, можно дарить и в сложенном виде, но можно его дарить и вот в такой вот коробочке, потому что этот ночник называется «Собери сам». Я рекомендовала приобретать с тюльпанами, потому что с розочками вообще ничего не собирается. Стоили ночники по 542 рубля за набор. Я взяла с голубыми тюльпанами и я взяла, по-моему, еще с розовыми.
Здесь получается даже не розовые, а какие-то вот такие вот разноцветные тюльпаны. По 21 цветку идет в наборе. Давайте покажу комплектацию. Здесь какая-то клейкая не лента. В предыдущем наборе у меня ее не было. Вот такие вот держатели, это чтобы склеивать куб. Сам куб идет вот таким вот образом. Вот эти пленки, они убираются, и получается он зеркальный, стеклянный. Поэтому я пока снимать не буду. И в комплектации идут камушки, которые нужно будет приклеивать, тюльпаны, которые легко собираются. Сама вот эта вот роса, которую я ранее показала, трехметровая. Но я взяла в запас, так как это может либо не работать, либо мало ли что. Это такой вот желтый. Зеленые лепесточки, пинцет, чтобы камушки эти ложить. Ну, мне в прошлый раз он не пригодился. И еще какие-то бумажки. Так что наборчики просто класснючие. Они действительно очень-очень классные. Я своим светильником пользуюсь, который я ранее собирала. И говорила, что буду повторять данную покупку, потому что, ну, на самом деле это класснющая вещь для тех, кто любит какие-либо сюрпризы, либо вот такой вот декор в интерьере. В прошлый раз, когда я собирала светильник, мне нужна была проволока. Дома не нашлось. Я решила заказать на Валбере 125 метров, 138 рублей. Она идет толщиной 0,2 миллиметра. Я ее еще не смотрела, но я вижу, что действительно она такая прям тоненькая, и она идеально подойдет для каких-то поделок. Пускай будет хорошая вещь, ссылку тоже оставлю в описании. Следующая моя покупка была тоже для того, чтобы заниматься дома полезными делами. Записывать буду сюда рецепты, либо какие-то свои идеи. Волшебство начинается с блокнота. Так он и называется. И посмотрите, какая это прелесть. Блокнот стоил 262 рубля. Было очень много положительных отзывов. Хорошее качество. И я решила, что нужно точно приобретать спецэффекты. Посмотрела, что у этого продавца есть еще какие-то другие блокнотики, но меня заинтересовал именно зеленый. Он будет притягивать какие-то финансы. Здесь идет линейка, мне как раз-таки она была нужна. Ну, сами листы, конечно, не плотные, но я буду с удовольствием пользоваться. Очень мне понравился данный блокнот. Могу вам тоже порекомендовать, кто любит канцелярию. И я решила еще заказать вдобавок к этому блокноту за 182 рубля цветные гелевые неоновые ручки. Я уже начала их потихоньку тестировать, и они действительно очень-очень яркие. Давайте, наверное, я покажу, как они рисуют. Они прям такие жирненькие, эти ручки. Вообще у меня почему-то все гелевые ручки позаканчивались. Можно было, конечно, сходить в фикс прайс, но в него же нужно идти. А Валберис, он находится возле прям дома, возле подъезда. И поэтому все-таки Валберис для меня это лучший маркетплейс, Валберис Озон, где я постоянно приобретаю. Цены бывают такие выгодные, что невозможно удержаться. И поэтому я вылавливаю, добавляю либо в избранное, либо просто просматриваю товар. И потом, когда на него падает цена, мне он высвечивается, и я его далее приобретаю. Хорошие гелевые вот неоновые ручки. Я прям не жалею, что я их купила, тем более по такой вот выгодной цене. Цвета все мои, которые мне очень нравятся, они позитивные. Такие прям, может быть, и банальные, но эти расцветки точно однозначно будут у меня в применении для творчества, либо для какого-то душевного равновесия. Вот такие вот яркие и позитивные цвета. Товар из разряда «Поднимаем настроение к осени». Заказала я довольно-таки бюджетную бижутерию за 218 рублей. И это серьги, такой вот кленовый лист. Данные серьги я еще не надевала, не знаю, как они будут себя вести, будут ли окисляться, но за такую цену, я думаю, что не жалко будет этих 200 рублей.
Как можете видеть, все хорошо запаковано. Кто-то мне писал, что как можно носить серьги с AliExpress. Во-первых, это серьги не с AliExpress, а серьги с Валберис. Если вы не носите такую бижутерию, то выключайте данный обзор и не смотрите. Я могу экспериментировать, почему бы и нет. Скоро осень, хочется как-то поднять себе настроение. Хочется, чтобы были какие-то элементы, которые будут такие вот нежные, романтичные, и вот эти серьги как раз-таки сыграют ту самую роль. Ну, они действительно простые, много отзывов на эти серьги, у многих продавцов я видела данные серьги, и решила тоже попробовать, потестировать. Если кому будет интересно мнение, то напишите, я снимаю не сразу, выкладываю не сразу, поэтому смогу вам написать, как эти серьги в носке. Кто хочет смотреть мои обзоры чуть раньше, чем на YouTube, то подписывайтесь на Яндекс.Зен, на, конечно же, Рутуб, на ВК-видео, на мой Телеграм-канал, там видео выходят чаще. И также, если вас интересует парфюмерия и уход за лицом от компании Vrache, то я устраиваю постоянную распродажу, в которой можно купить по выгодным ценам. Поэтому все ссылки в описании, обязательно подписывайтесь, и далее будем уже с вами вместе, никуда не потеряемся. На этом я хочу завершить свой обзор, пожелать вам всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего, и пока-пока!